Ильнус, видимо, Ратушная площадь, потому что справа здание, это, наверное, Ратушная. Купола. То внизу сказали, снимать нельзя, я уже тут огорчился. Шагал. Tarptautinė paroda Paryžiaus mokyklos dailininkai iš Baltarusijos. Akcinės bendrovės Vėl tas from Bank rinkinio ir žinoma papildant iš muziejų. Художника Парижской школы из Белоруссии из собраний Vėl tas from Bank музейных и частных коллекций. Markus ambasadorius Lietuvoje. Александр Скороль. Мне очень приятно, что в открытии нашей выставки подоба Виктора Бабарико. Особое внимание, и нам очень приятно представить уважаемого гостя, председателя правления Белгоспромбанка. Белоруссийский национальный дельес музея директор Владимир Пропоцов, присоединение рейки. Белорусского национального художественного музея не нужно, вы все его знаете. Парадос кураторис и экспозиция авторис ира. Куратор выставки Владимир Счастный, он покажет и расскажет вам о выставке. Visas šventes, visus pristatymus, kaip paprastai, šitose rūmose, šitoje istorinėje salėje, mes pradedam muziką. Mūsų solistė Dovilė Kazonaitė, ir čia pat yra turbūt
Илья и Компромас, Люба Сергеенко. Как обычно, все праздники и все выставки. Мы очень рады, что вы откликнулись в том числе и на приглашение посольства участвовать в открытии такого масштабного мероприятия. Labą dieną, gerbiami draugai, mes labai džiaugiamės, kad jūs visi čia atėjot ambasados kvietimu. Didelio nuopelno ambasada neturi, kad vyktų ši paroda. Daugiausiai čia pasireiškia dalyvauti. Ačiū. Для нас очень волнительно и, я бы сказал, достаточно тревожно и сегодня, сегодняшний день, вчерашний день, но самое главное, мы очень будем переживать ближайшие два месяца за нашу коллекцию. Почему? Потому что не столько, как мне кажется, важна роль нашего банка в формировании вот этой коллекции или реализации этого проекта, сколько очень важно отношение зрителя к этой коллекции. Нашей целью, когда мы начинали работу вот в проекте «Арт Беларусь», частью которой является коллекция художников Парижской школы, была основная мысль, которая, собственно, значит, и вдохновила там, на формирование этой коллекции. Для существующей сегодня ситуации ограничения и пределы, которые существуют, кажутся непреодолимыми. Вы прекрасно понимаете, что часть этих художников имела ограничения религиозные. Практически все они имели ограничения финансовые. Многие из них жили в разных государствах и начинали из очень маленьких и совершенно неизвестных мест. Самое большое, что есть, поверив в себя, поверив в свои способности и возможности, можно стереть языковые, национальные религии. Labą dieną visiems susirinkusiems. Man labai malonu matyti jūs čia visus per parodos atidarymą, kuri vadinasi Paryžiaus mokyklos dalinkai iš Baltarusijos. Серед 69 творів присутні твори мастаків, які належать Національному мистецькому музею Республіки Білорусь.
Tai unikalus pavyzdys, kad tarp 69 darbų taip pat yra darbai, kurie priklauso Baltarusijos Respublikos nacionaliniam dailės muziejui. Ambasadorius, taip pat ir ponas Vodoriko, ši paroda yra unikali ir simboliška, nes mūsų muziejas minėjausių projektų. Ну і факультє відповідаєте, що Шератон Старкетов, особі банка, куратора Сфадера. Іліш Балтарусіас, де пратісі і мокінусі будуть Лєтувоє. І що шендін не партіс ою. І сподіваюся, що ми надалі будемо ладити сумісно бізнес Білорусі, бізнес Літви. Ми з Сфадером, моїм колегом Будрісом, будемо зацікавлені завжди у реалізації от таких проєктів. Все. Досвідос кураторів здатнос. Парадус турінні, парадус курінюс, як він індивідуати, і лапей лянбей супромапо. І очень красиво, і умно все оформлено. Владимир Щасний. Владимир Щасний. Юг з микрофону. Дякую за добрі слова на мій адрес. А чого ж беру жерес? Конечно, мне хотелось говорить по-белорусски, за все я перебываю в Вильнюсе, я стараюсь говорить по-белорусски. Вот нигде нема таких шматликих и активных белорусских супругов, как в нашей соседней Украине. В начале моей предыдущей деятельности я как-то обратился в... Вот очень просто. Начните с кем-нибудь войну, устройте пару сотрудников парижской школы. Aš paklausiau savo kolegos. Господин Калада, Шагал впервые будет показан в Вильнюсе. Сложен в столице независимой Литовской республики. История Викста подалась пирог. Кабинет с Белоруссией, с Малонией Висусей. За Литовской республики, я думаю, что вы себя здесь все чувствуете. ЕС, Довилия, познаете, ЕР. Но в таком происходило то, что использовать сегодняшним языком
международная тусовка. С одной стороны, там были художники из Скандинавии, из Америки, из Европы и так далее. Такие имена, как Модельяни, Пикассо, Мойда и так далее. С другой стороны, там собирали кафе, дом, уголь и, главное, ротунда. Все они существуют до сих пор. И до сих пор там, конечно, не столько художники собираются туристы, но эти кафе остаются легендарным. Вторым легендарным местом является так называемый Оль. Дело в том, что Альфред Буше, один из известных французских скульпторов, чтобы дарить судьбу, что ему позволили подняться с самых низов французского общества, да, самого известного художника, решил создать общежитие для художников. И как раз закончилась Всемирная парижская выставка в 1900 году. Он собрал элементы некоторых павильонов, которые разбирали, и собрал вот такое вот чудо, которое он пафосно назвал, значит, Вилла Медичи. Ну, сразу же его начали называть Улей. Он был похож на улей внешне, а с другой стороны туда начали слетаться пчелы со всего мира. Там они платили символическую плату, жили в ужасных условиях, но жили весело и очень творчески. Кин Пикассо дарили свои картины, картины продавали, и этот улей отстояли. И сейчас на этом уворот этого улья висит табличка, что в этом доме творили многие художники, в том числе указаны четыре фамилии: Шагал, Цаткин, Сутин и Лежань. Эту табличку увидел Виктор Дмитриевич Балмарыка, это является решающим моментом для того, чтобы было куплено это коллекции. Он сказал, ведь среди этих четырех имен 3,5 наши. Я сейчас объясню, почему 3,5, где вот эта половина. Пойдем следующий этап. Половинки. 3,5, где половинка. А та половинка — это Надя Ходосевич Леже, которая была супругой Фернана Леже, которая упомянула там. Немножко о судьбе, Надя Леже, вы видите вот эти все функционалистские работы, это все Надя Леже. Дело в том, что она родилась недалеко от Борисова, в Беларуси. Но сначала в Первой мировой войны семья была в беженцах. Она оказалась в России, начала учиться там в художественном искусстве, и последние курсы в России были в Смоленске. И туда часто приезжал Малевич из Витебска. Пожаров, который продается в Париже, и купил лучшие картины этого художника, после тех, которые ему удалось продать в жизни. Удивительный художник, темы его посвящены театру. Но вы видите, что он подражает Дега и Эдуарду Мане, даже многие темы сцены через Лувр, прежде всего. Фурье тоже, нежели это художник парижского искусства, жизнь в Париже. А прежде всего, его любимой темой был цирк, и вот таковые актрисы, таковые ответы, все это любимые его все. Ну и Париж. Пожалуй, это и есть тот улей, о котором нам только что рассказали. Совет директоров. Совет директоров. Почему бы мы ехать либо в Одессу, либо куда-нибудь еще? Поэтому вот художник перед нами. Покупка, потому что они прошли длинный путь подтверждения подлинности. Вот, это Кингус Кремень, Мишель Михаил Тихоин и Хайм Сутин. Собственно говоря, первым ехал в Париж Кингус Кремень, раньше всех, пешком практически.
прошелся в Франции, где на электричках, где метро, пришел в улицу. Опять я смотрю.